Всем привет! Сегодня про планировки. Про однушку и студию в народных кварталах. Город Екатеринбург, район Уралмаш. Застройщик Атомстройкомплекс. Поехали! В первом ролике про народные кварталы, которые мы снимали совместно с Павлом Репиным, кстати, кто не смотрел, может посмотреть по ссылочке, затронули такую тему, как отдельно стоящая башня 27 этажей. Это та, которая вторая очередь застройки у Атомстройкомплекса в народных кварталах. И Паша рассказывал про то, что именно в этой секции какое-то тут такое прямо гетто намечается. В общем-то, не самый хороший семейный формат проживания, скажем так. Это с его слов. Я так не сказал. Я просто хочу посмотреть, так ли это. Башня 27 этажей. В этой башне каждый этаж нарезан на 12 квартир. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ребята, это побит прямо мой рекорд недавний. Помните, у меня был обзор на ЖК Макаровский, последняя очередь. Это та секция, где на этаже 10 квартир. 25 этажей, 10 квартир, и это бизнес-класс. Прикиньте, здесь ребята их переплюнули. Здесь 12 квартир на этаже и тоже 4 лифта. Если посчитать, сколько жителей будет в этом доме, давайте считать вместе. 27 этажей, 12 квартир. Я можно калькулятор возьму? 320 квартир. Ну, если предположить, первый нежилой, второй нежилой, бог с ним, 300 квартир. Ребята, 300 квартир, 4 лифта. Допустим, все утром собрались на работу, ну даже пусть половина. У вас будет пробка в лифтовом холле на вход и на выход. Вот такой прикол. Ну, ладно. Я так понял, что такие дома строятся для того, чтобы люди вкладывали свои деньги, наверное. Ну, частично. Есть 2 миллиона, куда потратить? Ага, куплю квартиру, однушку или студию, а потом ее сдам. И получается, что вся вот эта башня, ну или большинство этой башни, будет просто сдаваться. И как сказал Паша, очень часто такие квартиры сдаются просто посуточно. Получается, что поток людей увеличивается. Пришли и ушли, то есть вот какая-то движуха начнется. Давайте посмотрим на нарезку. Вот нарезка этажа, так называемая. То есть это как этаж распределяется на квартиры. Лично мне он напоминает прям какую-то такую коммуналочку, знаете, когда вот так вот комнаты, 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 комнаты. Господи, ну дайте же наконец поспать! Ладно, давайте уже квартиры обсуждать. В общем, я решил сразу в одном ролике обсудить и студию, и однушку, просто они все здесь есть, присутствуют. Прям вот на этом этаже. Кстати, каким-то образом сюда затесалась трехкомнатная квартира. Не понимаю, каким. Не знаю, какой сумасшедший ее купит здесь. Ну, кто-то, наверное, купит. И эту трехкомнатную разделит тоже на комнаты и будет ее тоже сдавать по комнатам. А студия, ребята, студия и однокомнатная квартира. Начну с однокомнатной. Ну, в общем, однокомнатную квартиру, понятно, покупают там, наверное, там молодые люди, если для себя или родители купили молодым людям, или, например, ее, может быть, купит какой-нибудь бизнесмен, который приезжает в Екатеринбург там переночевать или там на какой-то период времени. Короче говоря, для однокомнатной квартиры, по мне, здесь, в принципе, все нормально. Это ведь такой принцип отельного номера, то есть ты зашел, у тебя есть небольшой шкаф, ну а что, для одного более чем достаточно, даже для двоих в принципе неплохо. Небольшая прихожая тоже нормально, здесь же вход в ванную, кстати, оцените, 4,6 квадратных метров, это вполне себе достойно. Дальше есть жилая комната, которая практически 14 метров, для того, чтобы поставить шкаф, кровать и какой-то стол, пускай рабочий, ну вот как здесь показан, рабочий стол, вполне себе годится, 14 метров вообще прекрасно. Конечно, стол стоит по-тупому, но это уже другой вопрос. Там, видимо, придет какой-то дизайнер и поставит вам нормально. То есть не так, как здесь предлагается. Но вот здесь, кстати, еще как-то цветок посередине растет. И осталась одна общая комната, в которой есть кухня, есть столовая и есть диван с телевизором. Ну, как бы 20 квадратных метров, и в принципе здесь все впихнулось, все, что нужно. Есть диван, даже угловой большой, можно развалиться и посмотреть телевизор. Есть стол, который как бы к кухне примыкает. Ну, в принципе, для однушки это нормально.
И есть большая кухня, ребята. Я когда увидел эту кухню, я, честно говоря, подзавис. Потому что кухня нормальная, большая, на которой удобно готовить. Вопрос, зачем в однушке такая большая кухня на одного человека? Почему в трешке, которую я смотрел и разбирал в серии ранее, кто не смотрел, посмотрите, кухня вот такая в трешке, а в однушке кухня вот такая? Это какой, это вот, это какая логика? Объясните мне, пожалуйста, вот, вот кто проектировал, напишите в комментариях, это что вообще? Ну и, собственно, осталась студия. Ну, студия, что студия? В студии шкафа у нас нет, то есть тот, кто живет в студии, видимо, заходит сразу же в квартиру без одежды. Здесь, где ему предлагается снять верхнюю одежду, непонятно, но, видимо, будут забиты гвозди в стенку. Нет, пардон, красивые крючки. Я, кстати, могу даже ссылочку оставить, где на AliExpress можно купить красивые дизайнерские крючки. В описании поищите. Но это будет не важно, потому что их все равно будет не видно, когда вы все это завесите своей одеждой. И у вас будут просто гроздья одежды, сквозь которые вы будете продираться в комнату, а потом обратно, чтобы сходить в ванную. Вот такая фишка в этой квартире. Хотя нет, может быть, где-то на этаже есть общая гардеробная. Мы же выяснили, что это у нас такой некая а-ля коммуна, да? То есть из трешки мы ходим в однушку готовить. Значит, здесь где-то на этаже нужно найти место, где все раздеваются. Ну, то есть общий гардероб. Кстати, это тема. Возьмите на вооружение, между прочим. Прикиньте, общий гардероб. Как в театре. Все же раздеваются в одном гардеробе. Прикиньте, круто. То есть не надо грязь нести домой. Можно квадратные метры сэкономить. Вообще крутяк. Мне кажется, надо запатентовать эту тему. Короче, дарю вам бесплатно эту идею. Берите на вооружение. Короче, в этой студии негде раздеваться, но зато есть маленький диванчик, стол, маленькая кухня и, в общем-то, какой-то комод с телевизором. Все. Ну, в общем-то, для, наверное, посуточного съема достаточно. Хотя нет. Для посуточного кровати нет. Черт, не задача, не удалось. А, ну можно вместо дивана кровать поставить, и все нормуль будет. Короче, сами разберетесь, что сделать с этой студией общей площадью 22 квадратных метра. Грустно мне на это смотреть. Хотя, что я выпендриваюсь-то? Людям может жить негде, а я тут фигней занимаюсь. Ребята, напишите в комментариях, сколько для вас нормально квадратных метров? И вообще, что в квартире вам нужно? Ну вот, может быть, это станет, так сказать, таким неким опросом для застройщиков, и они в будущих своих проектах учтут шкафы в прихожей. Пока всем. Ставьте лайк, подписывайтесь, жмите на колокольчик. Ждите следующей серии про народные кварталы без компромиссов. Пока.